На фоне исторического падения цен на нефть бензин дешевеет в Америке и Европе. Правда, в ЕС расходы потребителей на автозаправках сокращаются не так быстро из-за высоких акцизов. По оценкам Французского союза нефтепромышленников, от стоимости сырой нефти зависит лишь треть конечной цены бензина в ЕС. Когда баррель сырья дешевеет на 50%, как это произошло за прошлый год, бензин только на 17%. Акцизы тоже не одинаковые, так что даже внутри еврозоны огромный перепад цен. Если литр бензина в Нидерландах стоит более 1,5 евро, в Эстонии 96 евроцентов. Максимальные в еврозоне расценки на дизельное топливо в Италии, минимальные в Люксембурге. Между тем, в понедельник стоимость сырой нефти обновила очередной рекорд. Впервые с апреля 2009-го цена Brent опустилась ниже $48 за баррель. То есть с лета прошлого года нефть подешевела в 2 с лишним раза. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объезжает страны ОПЕК, пытаясь убедить их предотвратить дальнейший обвал. А вот принц Саудовской Аравии в интервью газете USA Today заявил, что нефть никогда больше не будет стоить $100 за баррель. С каждым новым снижением цен положение российской экономики осложняется. Бюджет России на этот год принят, исходя из цены нефти, в $96 за баррель.